Они такие разные, но их объединяет одно – любовь к боевым искусствам. Приверженцы сетакан карате, самбо, кикбоксинга и ушу продемонстрировали все свое мастерство на ежегодном фестивале единоборств. Эти мальчишки еще учатся в школе, но уже готовы выйти на ковер и бросить вызов своему тренеру. Хоть и наигранно, но ученику удается буквально перебросить через себя взрослого мужчину. Эти приемы юные каратисты изучили всего за год. Ребятам есть на кого равняться. В их клубе подготовили немало чемпионов. Бурноваться во время показательных выступлений сорвали воспитанники детской полицейской академии. Они не раз оттачивали свои навыки в пылевых условиях. Уезжая на сборы, преодолевали многокилометровые марш-броски, обучались стрельбе и рукопашному бою. Всего в фестивале приняли участие представители 10 федераций единоборств. Лучшие тренеры на сцене были удостоены званий заслуженных работников. Мы считаем, что эти фестивали нужны для того, чтобы показать населению нашей республики многообразие единоборств именно у нас. Поэтому здесь представлено 10 федераций единоборств. И поэтому я считаю, что фестиваль на этот раз также удался. И все участники, я считаю, что остались довольными.